Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сегодня провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайпом Эрдоганом. Глава нашего государства тепло поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей. Особо отмечено, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке братским турецким народам курса политических преобразований и экономических реформ президента Реджепа Тайпа Эрдогана. В ходе беседы были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Отмечена важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.